Чебоксарские хоккеисты борются за выход в полуфинал Кубка Федерации. Противники наших богатырей – спортсмены из Набережных Челнов. За первой игрой плей-офф понаблюдали и мои коллеги. Счет в игре открыли гости. Но уже спустя считанные минуты чебоксарские хоккеисты дали понять, кто здесь хозяин арены. Автором этого гола стал хоккеист Антон Горбенко. В свой актив игрок записал и третью шайбу. Дружина из Набережных Челнов уступать победу не желала. На оба перерыва команды уходили с равным счетом. Третий период. Напряжение на ледовой арене достигает своего пика. Гости вырываются вперед, но ненадолго. За несколько минут до финальной сирены счет равный. Под занавес матча ворота гостей поражает четвертая шайба. Победа за чебоксарцами. Лидером второй игры плей-офф стали хоккеисты из Татарстана. Серия продолжится в Набережных Челнах уже на этой неделе. В полуфинал пройдет команда, которая держит три победы. Дмитрий Ковалев и Александр Петров. Республика.